Красота и здоровье. Маски для ваших губ. Красивые и здоровые губы. Часто возникает у нас вопрос, как нужно ухаживать за губами. Существуют различные домашние маски для губ. Вот рецепт некоторых масок. Первая – банановая маска. Берем мякоть банана и смешиваем ее с одной чайной ложкой сметаны. Наносим маску на губы и уже через 10 минут смываем ее прохладной водой. Второе – сметанная маска. Наносим на кожу губ толстый слой сметаны и оставляем маску на 15 минут. Если сметаны под рукой не оказалось, можно воспользоваться кефиром. Смывать такую маску рекомендуется теплой водой, после чего смазываем губы гигиенической помадой. Пользуйтесь этими советами, и пусть вас радует красота и здоровье ваших губ. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.